Представляем вашему вниманию электронный стерилизатор «Маман». Стерилизатор предназначен для стерилизации бутылочек всех видов, емкостью от 100 до 300 мл. Стерилизовать можно до 3 бутылочек одновременно, а также аксессуаров, необходимых для кормления малыша – сосок, пустышек и прорезывателей. Съемный держатель позволяет размещать в устройстве одновременно с бутылочками соски и пустышки. Световая индикация процесса работы и окончания стерилизации. Автоматическое отключение по окончании стерилизации. В комплект стерилизатора входит мерный стакан, крышка, держатель, бачок и основа стерилизатора. Стерилизатор достаточно прост и очень удобен в работе. Вымойте все бутылочки и аксессуары перед стерилизацией. При помощи мерного стакана налейте примерно 75 мл воды на основу стерилизатора. Поместите чистые бутылочки и аксессуары на держатель стерилизатора. Накройте крышкой и подсоедините шнур электропитания к розетке. Нажмите кнопку «Пуск», лампочка загорится и прибор начнет работать. Примерно через 15 минут стерилизатор отключится автоматически, лампочка погаснет.